День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь отмечают в Минске. 23 февраля в нашей стране одна из самых важных дат. Это день мужества и героизма всех поколений защитников. Началом праздника послужила церемония возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Первыми почтили память героев представители общественного объединения «Белая Русь». Этот праздник – это память поколений. Мы все – внуки, дети тех людей, которые защищали нашу Родину. Уже наши внуки и наши дети защищают нашу Беларусь. Наш город Минск. Да, сегодня плохая погода, но голубое, мирное небо над нашей землей – это самое главное. Это то, что есть в сердце белорусов. Глава государства нашей страны уделяет большое внимание, в том числе, Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. И мы, народ, наша нация, должны помнить тех героев, которые в любое время становились на защиту своей Родины, не щадя своей жизни. Я пошел по стопам отца, дедушки, дяди. Защитник Отечества – это который в любую минуту, в любую секунду отдаст долг Родине, защитит свою Родину, прикроет своим телом свой народ и сделает все возможное для истинной победы. Следующими патриотическую эстафету принял Белорусский республиканский союз молодежи. Сегодня вместе с студенческим активом мы пришли на стелу, чтобы почтить память о погибших воинах, которые воевали за нас. Мой прадедушка, он воевал во Второй мировой войне, он дошел до Сталинграда, там он, к несчастью, погиб, но погиб как воин. Он сражался, чтобы я мог учиться, работать и делать все на благо нашей страны. На протяжении дня общественные объединения и неравнодушные минчане будут возлагать цветы, дабы почтить защитников Отечества. Каролина Прокофьева, Игорь Посохов, агентство «Минск Новости».